Ізраїлю у стані війни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Він віддав наказ військовим зачистити прикордонні з Палестиною території. Зранку Хамас масовано атакував ракетами територію країни. Також відомо про проникнення на територію Ізраїля бойовиків із сектора Гази. Повідомляється про понад 200 постраждалих, щонайменше на цей момент. Зараз з нами на прямому зв'язку Еміль Шлеймович, це головний редактор порталу «Деталі» з Ізраїлю. Я вас вітаю, пане Емілю, в нашому ефірі. Здравствуйте. Багато інформації зараз надходить різної і про антитерористичну операцію зараз, яка проводиться в секторі Гази, і про те, що бойовики контролюють нібито 7 громад. Що відомо на цей момент вам, і чи вдалося уряду взяти ситуацію під контроль? Чуть, к сожалению, не чуть, а намного больше пострадавших. У нас по последним оценкам, а это уже час прошел, 545 одних только раненых, не менее 22 погибших. Это просто лица, которые официально подтверждены. Вот, на самом деле погибших больше, мы получим большее число. Это захваченные в плен военнослужащие и захваченные тела убитых военнослужащих. Неизвестно, сколько конкретно захвачено людей, и там только военнослужащие или мирных жителей они схватили тоже, как в тех поселках, в которые зашли. Сейчас исламский джихад заявил, что это именно его боевики удерживают. Уже были кадры ужасные в сетях, распространяются эти кадры Ираном, потом перетекают в арабоязычный интернет и так далее. Вот. А изначально зашли, ну, скажем так, у нас было 21 место боев, когда идентифицировали боевиков. В настоящее время в 7, насколько известно, от 5 до 7, потому что все время меняется ситуация, мест, в которых бои с боевиками еще продолжаются. Вот. В одном из мест они заблокированы, насколько известно, в доме с заложниками. В целом на территорию Израиля прошло несколько десятков, видимо, не одна сотня боевиков, вооруженных тяжелым оружием, в том числе противотанковыми ракетами переносными, стрелковым оружием. И прорвавшись на территорию поселков, они, в принципе, не видели там никакого сопротивления. Они могли, что, собственно, и делали, убивать людей на остановках, пытаться вломиться в дома. Проникновение было также с воздуха, но известно вроде бы только об одном террористе, который на квадрокоптере под крылом вот, прилетел и мог проникнуть на территорию Израиля. Вообще, это целое подразделение тоже у Хамаса. Получена информация, что они недавно получали боевые планы от Ирана, а подготовку проводили в том числе в Малайзии. Очень много пожаров, очень много сгоревших машин. Было прямые попадания в дома, то есть вот этот массовый удар большим количеством ракет, а в течение первых 4 часов было выпущено, по израильским оценкам, около 2200 ракет, и обстрелы еще продолжались, хотя не с такой интенсивностью. Это пробило, перегрузило системы «Железный кубом», системы обороны, и начались прямые попадания. Было попадание в Тель-Авиве, было попадание в Ашкелоне, были попадания в других городах и поселках. В некоторых случаях это прямые удары, иногда это может быть упавший осколок сбитой ракеты, который там поджег автомобили, но ущерб уже тяжелый, и все, абсолютно все, и люди, и военные эксперты, и люди, близкие правительству, говорят, что мы не видели такого очень-очень много десятилетий. Это другой уровень удара, это уже не теракт, это полномасштабная война, которая была Израилю объявлена с вторжением на территории, с захватом заложников, со всеми атрибутами войны. И сейчас вот еще не закончилось заседание, которое премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр обороны Гаунт проводят. Есть опасения, до сих пор сохраняются, что может вмешаться Хизбалла на Северном фронте, и Израилю придется тогда биться на два фронта. Тем более, что, как вы знаете, недавно относительно между Хизбаллой, Россией и Ираном было подписано соглашение о перевооружении. Там разные стороны друг другу разное оружие должны были перегружать. Неясно, насколько они вооружены, но, по крайней мере, пока что
сигналы, которые Израиль получает от Хизбаллы, свидетельствуют о том, что эта организация не будет на этом этапе вмешиваться в противостояние, и война сосредоточится на южном участке фронта. Вот мы ждем каких-нибудь итогов заседания этого военного кабинета. Были пока нанесены удары некие по сектору Газы. Если будет принято решение о войне, она, конечно, будет кровопролитнее, чем предыдущие стычки с Хамасом на территории Газы. От, власне, хотів спитати про таку інтенсивну атаку з повітря, що навіть знаменитий залізний купол не міг впоратися з такою кількістю ракет. Як думаєте, звідки взялося це озброєння? Чи може бути причетна до цього, наприклад, Росія, що в них з'явилося стільки ракет? І да, і ні. Чрезвичайно висока інтенсивність. Я вспоминаю 2006 год, который я провел на границе с Ливаном, когда шла вторая Ливанская война, тогда подверглась обстрелу, в общей сложности было выпущено по северу Израиля 4000 ракет за время этой операции. 2000 у них, из них упали на прибрежные, там, приграничные города. То есть сейчас 2200 ракет за всего 4 часа, это очень много. Но это та же технология, что вот россияне применяют против вас, когда пускают рой дронов. Да, перегружаются системы ПВО, и отдельным ракетам удается, ну или дронам удается пробиться. Поскольку бьют по застроенным жилым кварталам, застройка в Израиле весьма плотная, то там, куда бы ракета ни прилетела, она все равно куда попадет. Террористы не ищут специально каких-то целей, они просто кучно бьют. Любое разрушение, любое убийство, оно годится. И ловится то, что ловится, а остальное просто проходит оборону. У нее есть верхний предел возможностей. По поводу России. Известно, что на вооружении в секторе Газы есть комплексы «Корнет». Этими ракетами поражали израильские силы, патрули. Вот. Это известно. Есть ли там какое-то дополнительное оружие, переброшены ли туда какие-нибудь дополнительные боевики, на каком уровне сотрудничества, может быть, на денежном, может быть, просто на уровне отмашки, что мы разрешаем напасть. Об этом информации нет. Оружие российское в том числе там, конечно, может быть. Российские деньги быть могут. Пока что вот мы наблюдаем в российских сетях такое злорадство российских пропагандистов, которые, ну, просто открыто злорадствуют над тем, что вот и Израилю теперь приходится воевать. Вот. И поскольку в Израиль, вы знаете, убежало из России довольно много людей с войной несогласных, то там Маргарита Симонян издевается и спрашивает, куда они побегут теперь. Ну, в общем, это еще не самые антисемитские выпады, которые мы сейчас оттуда услышали, но это глобально позиция России, как она есть. Пропагандисты вряд ли бы высказали что-нибудь подобное, если бы не имели на это разрешение сверху. Пане Емілі, дуже вам дякую, що знайшли кілька хвилин з нами поговорити. Я нагадаю, це був Еміль Шлеймович, головний редактор ізраїльського порталу «Деталі».